Ну, а вот мы, собственно, переместились на пляж, он же аэропорт Рощино. Аэропорт Рощино, это у нас комьюнити называется, аэропорт Рощино. Ну, собственно, потому что я привык доделать все до конца, и я хочу дотестить еще виды, это был вид, и самое главное. Эй, ты куда поехал-то? Допрыгивай, Оля, пока он не утонул. Лови! Оля, лови! Да! Да! Стой! Стой! Уплыл? Утопила? Вот ты, блин! Вот здесь спал. Не поймали. Что-нибудь да помешает. Попытка номер два. Ну, сейчас, наверное, цвет уже изменил. Я хотел на белом скейте покататься. А, да, я просто виды хочу изменить. Куда? Опять? Надо скейтборд с моторчиком. Выйдем. Ну как, какие тут виды-то есть? Особо скейты не увидишь тут. Вот такой вид остался. Трюк. Да тут трюк не сделает она. О! Взял, врезался. Какой же это трюк? Да почему камера прыгает? Прекращай это. Ну давай, Ольга, скейтбордистка. Какой-нибудь трючек. Пойди нам. Да. Да блин! Он вообще не управляемый. Вот, трюк опять утопила. Ты меня на пляже не что-то, я не могу трюк. Еще одна попытка и хватит. Не получится, значит не получится. Получится, значит получится. Разверни его нормально. Он в правую сторону вообще не разворачивается. Да побей, Оля. Вот, потому что нужно есть. О, сидел, пошел. Что не помешает. Что-то на пляже вообще никак. Только по ровной местности. А может так оно и должно быть? По песку же он как поедет? Плюсики вам точно. Вообще-то логично, ребят. Ну! Давай, молодец! Ну что, рядик, ну нужно. О! Ну камушек села, ну и все, да. Я еще хочу с разворотом. Thank you.
диджей. Я все равно выполню то, что задумал. Зайдем сюда. Не то нажал. Разница. Надо то, что я задумал.